Ой-ой-ой. Ой-ой. Всем привет, ребят. И я на рыбалочке с Тесычем. Приехали, Теса. Ну-ка, поздоровайся с подписчиками. Тебя все так долго ждали. В общем, у нас сегодня новое место. Я не знаю, что тут вообще будет клевать. Возможно, ничего. Так что, кто не готов к тому, что, возможно, ничего не клюнет, рыбы не будет, можете сразу перелистывать этот видос. Потому что место новое, тут в основном не рыбачат, тут ловят только на сети. И то не тут, дальше уплывают. Это пляж. Смотрите. Ну, это у нас цимла. В принципе, тут рыба должна быть. Я думаю, если закормить, она не будет. Мы приехали с Тесычем часов в 11, 11:30. Пока что разобрать вещи, закормить, надуть лодку. Вещей просто куча, потому что мы сюда почти на 3 дня приехали. Я не знаю, что будет клевать. Просто, возможно, это будет обычный отдых с палаткой. У меня, кстати, новая палатка. Я покажу. Я давно мечтала о такой. Вот. И мы с Тессой все-таки попробуем половить. Возможно, что-то будет. Сейчас волна успокоится. Я накачаю свою лодку с мотором. Точнее, только лодочку накачаю. И буду выплывать, закармливать камышам. Посередине примерно, куда буду кидать. Такие вот дела. Если рыбка будет, пожарим. Еще что-нибудь сделаем. Хотя я хотела сварить уху, но я забыла картошку, лук, морковку совсем. Зато котелок взяла. Ну ничего страшного, я взяла шашлык. Мы сегодня будем жарить шашлык. Так что такие вот дела, чтобы хоть что-то покушать было. Уже разложила мангальчик, но я его попозже буду зажигать. У меня сейчас первым делом это, конечно, надуть лодку, закормить, приготовить всю прикормку. Удочки я уже приготовила, снасти некоторые перевязала. Кстати, сейчас вам покажу палатку. Вы обалдеете, потому что моя та, она была намного меньше этой палатки, раза в 3. В 3 раза, представляете? Но она была в большой сумке. А вот эта вот палатка намного здоровее моей. Вот даже можете посмотреть. Но я вам потом расскажу. Сейчас даже неинтересно особо будет. Вот когда вы ее увидите. Я сегодня вообще хочу очень атмосферный видос сделать. Потому что я купила фонарики, которые развешиваются вот на деревья. Знаете, как в атмосферных, эстетичных видео, когда едут с палаточкой отдохнуть и вешают фонарики с лампочками. Я всегда мечтала о такой фотке, о таком отдыхе, и сегодня у меня получилось. Даже, знаете, пляж похож на какие-то Мальдивы, если так представлять. Вот эта вот перегородка особенно. Красиво очень смотрится, тут можно будет искупаться, в общем, просто отдохнуть. Рыбалка у нас и в Астрахани была, кому интересно посмотреть отдых, то не переключайтесь. Думаю, будет интересно. Погнали. Еще забыла зажигалку, чтобы разводить костерчик для мангала. Пришлось просить, тут есть люди на берегу. Ничего, хорошо, что дали. Отпустила Тесыча, она бегает довольная. Тес, поехали? Домой поедешь? Не, пока она еще не поедет. Пусть бегает, она, в принципе, не уходит от меня. Тут рядом со мной находится. Так, надеюсь, я хотя бы к вечеру что-нибудь половлю, хотя я думаю, что нет. Только надеяться на завтрашний день, что что-то клюнет. И все. Опа. Лодку я распаковываю. Ты со мной не поплывешь, тебе придется на берегу остаться. Ой, про лодочку попозже расскажу. Кто не знал, какая у меня лодка. Может, новые подписчики смотрят. Ну, позже расскажу, как уже буду выплывать. Thank you.
Сейчас начнем закармливать. Покажу, чем буду кормить. Так, у нас тут кукуруза идет. Я постоянно заказываю ее, кто-то варит. Но я заказываю готовую в пачках. Она идет как прикормка. Прикормка у нас тут с медом. Вот, смотрите. Так, и прикормка жареные семечки. Сейчас будем пробовать. И еще у меня тут осталась кукуруза. Она у нас с коноплей. Она старая, я решила всю использовать. Просто с прошлой рыбалки еще осталось, поэтому сейчас закормим. А запах-то какой! Она прям настоялась конкретно. Так, высыпать будем всю, я хочу прям конкретно закормить. Семечки. Надеюсь, не зря будет, а то будет жалко столько прикормки потратить нам просто так. Так, кукуруза. Ох, ну что за вкуснятина. Если что, леплю я вот такими шариками. Вот они. И потом ими и закармливаю. Ребят, честно скажу, я нахожусь под впечатлением, что у меня наконец-то есть своя лодка. И главное, что она с мотором, потому что если бы она была чисто на веслах, то это было бы очень тяжело. А так я теперь имею доступ к каждой точке, могу где-то закормиться, сесть, посидеть спокойно на лодочке. В общем, это просто красота. Если кто-то ищет проверенный сайт, где можно заказать лодку, мотор, сапы, я вам оставлю ссылочку в описании, заказывайте по моему промокоду, и вы получите скидочку. Чуть у меня новая оснастка. Тут вот бойлики у меня. И сейчас еще сюда поднасажу червя. Другая оснастка просто на бойлы будет. И другая оснастка еще будет на червя. Макуха и два крючочка. Тут у меня будет на бойлы. Но один крючок точно я на бойл насажу. Бойл с кукурузой. А если выйди отсюда... Второй, не знаю, наверное, тоже на бойлы все-таки. Или на червячка. Давайте пока на бойлы попробуем. Потом уже посмотрим, на что будет вообще клевать и будет ли вообще клевать. Так, давайте расставим. Одну я, наверное, закину ближе к камышам. Ова. А другую закину в середину и третью закину опять же к камышам, только к другим.
зайдем. Пусть там стоит. Ну, вроде что-то поймала. На червя была поклевочка. Уж не знаю, что там идет. Сейчас Тесса будет принимать. Наверное, карась, как обычно. Ну, хотя бы что-то. Не, у нас тут вон. А, ну да, карась мелкий. Что-то совсем он маленький тут идет. Подожди, Тесс. Такой вот. Тесса ищет карася. Он уже уплыл. Что-то есть, ребят. Уж не знаю, что там. Уже радует, что что-то идет. Наверное, опять карась. Тесса уже на страже. Доставать рыбку. Так. Кто там у нас? А у нас там карась. Карась сейчас, видите, какие мелкие идут. Такие даже за радость. Но это очень маленькие на самом деле. Сейчас, Тесс, я выкину его, а ты поплывешь искать, да? Донышки у меня, если что, Наутилус. Я зажгла огонь. Сейчас пригорят палочки. Угли я, к сожалению, забыла, поэтому будем сегодня жарить на палочках. Помню. Помню, на острове, когда была, тоже закончились, и пришлось на палках дожаривать. Так что, думаю, успеем. Удочки все закинуты. Ребят, насаживаю шашлычок. Шампура, кстати, шли в комплекте. У меня новый мангальчик. Ну, чуть позже про него расскажу. Опа. Мясо чуть делала по другому рецепту. Соевый соус. Также у меня тут приправа такая очень острая, китайская. Я из Китая заказывала. Не знаю уж как получится, но здесь вкусно будет. Майонез, уксус и лук. Все. И соль по вкусам. А запах какой-то сразу появился. Не, мясо это вообще кайф. Тессыч все устала, залезла на кресло. Ой, любит, где помягче. Я же заказала себе новый мангал, как вы уже увидели, потому что тот для меня тяжелый, 16 килограмм. Решила просто маленький заказать, небольшой, чтобы всегда помещался в машину. И главное то, что у него быстрая сборка, всего за 30 секунд. Он похож на мангал, который так чисто на один раз, но на самом деле он изготовлен из прочной нержавеющей стали. Так что он будет долговечный, но я на это надеюсь. Будем, конечно, смотреть со временем. Я половину сняла, некоторые еще жарятся. В принципе, очень быстро пожарился на дровах. Ну, ребят, тут целый дом. Я сейчас вам вообще покажу. Смотрите, это кемпинговая палатка, поэтому она такая большая. Пришлось натянуть ее на дерево.
Вот она так выглядит. Тут можно обедать, ужинать. А там вот уже внутри идет тоже местечко. Можно внутрь зайти, тоже так же обедать, ужинать. Ну, сейчас я вам покажу. И там есть у нас как раз-таки палатка, где спать. Так, давайте откроем. Ну, это просто дом. Тут, смотрите, сеточка есть. Так. Ну что, прошу заходить в основную палатку. Место тут просто море. Не могу никак записать. Главное, что тут везде есть сеточка. Не могу вам записать видео, потому что я начинаю икать. Главное, что тут есть сеточка. Это очень удобно. Никакие комарики не пролезут. И мне очень нравится, что в этой палатке можно как и покушать спокойно. Ничего не будет лететь, допустим, как на улице за столом. И также можно спать. Места тут очень много, палатка реально большая, но вам я еще ее покажу. Покажу, что мы будем тут с вами раскладывать. Я заказала самонадувающийся коврик. Буду на нем спать, чтобы не на земле. Вот так вот вся палаточка выглядит сбоку. Она натягивается. Тут я еще до конца все не доделала. Сейчас буду натягивать колышки. Ну что, ребят, наконец-то стул разложился немножко до конца. Наконец-то я уселась. Сейчас будем с Тессичем кушать. Подогрела шашлык, пока раскладывала палатку, он уже остыл. Вот пришлось заново подогревать. Ты куда лезешь? Что по клёву? Удочки я все вытащила, потому что ветрище, волнище, смысла нет их держать, уж буду ждать, может вечером подстихнет. Сейчас, может, с Тессичем искупаемся, водичка вроде тепленькая. И потом, не знаю, что будем делать, просто посидим, отдохнем душой, ведь для этого, в принципе, я сюда и приехала. Так, зацепим вот тут как-нибудь. Ага, тут не пролезет. Так. Ну что, давайте зажжем нашу елочку. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. И посмотрим. Вот же, они загорелись, ребят, посмотрите. Я так давно мечтала о таких огоньках. Так что, сделали мы с Тессичем лагерь, такой красивый, которым я всегда мечтала. Вы уже это, конечно, поняли, сколько раз я вам это говорила, но еще раз скажу. Просто, на самом деле, это так атмосферно. Может, даже камера это не передает, но мне прям нравится в такой атмосфере сидеть, слушать шум волн и смотреть на эти огоньки. Это просто красиво. Я столько уже фоток понаделала. Хочу сказать немного про палатку, где заказывала, потому что были вопросы, когда я ВКонтакте выкладывала фотку с палаткой. И многим было интересно, где я ее заказала, в каком магазине. Магазин палатка.ру, он постоянно развивается и специализируется на туристическом снаряжении, то есть палатки, еще какие-то принадлежности, допустим, те же самые фонари, коврики надувающиеся, ну, все для кемпинга. И главное то, что менеджеры магазина смогут вам, если что, подобрать товар, какой вам будет нужен. Вы можете с ними посоветоваться, я думаю, это сейчас самое главное. Ой, на кого ты там? Удобный заказ будет вам как через компьютер и через мобильное приложение, и доставка по всей России. Ссылочку, если что, я оставлю в описании. Также по моему промокоду палатка ЛЕ, я все оставлю в описании, будет вам скидочка.
что, всем доброе утро. Ночка, конечно, была не из лучших. Страшновато было всю ночь. Но более-менее поспала, да, Тесс? Тесс? Тесса уже встала. Сейчас сидим, закинула удочки. Пока поклевок нету. Мы, конечно же, будем надеяться, что, может, все-таки хоть один какой-то карасик где-то затеряется. Холодновато сегодня на улице, 4:30 уже. Но все равно прохладненько. Пришлось еще в воду заходить, чтобы удочки закинуть, так как тут дерево, вон, смотрите, неудобно. Пережили эту ночь и уже хорошо. Не знаю, если все-таки не будет поклевывать, то будем собираться домой. Я понимаю, что это вообще не рыбалка, но смысла нет сидеть, еще и волна. Я специально встала пораньше, чтобы волны не было, а потом опять такая же, как вчера была, будет. Решила нацепить бойлики со вкусом меда, потому что вот этот вот как будто грызли бойлик. Сейчас попробую еще сюда нацепить. Может, будет лучше клевать, чем на червя. У меня она еще пока ледяная. Ну, а куда деваться? Рыбу-то надо ловить. Вроде нормально закинула. Сейчас все перепроверю. Так, идем закидывать с двумя бойликами. Тут и кукуруза, и мед. Вон туда, под камышек. Представляете, было пару поклевок на ту, я думала, мне показалось, а потом резко на эту поклевке. Тут у нас бойлик с кукурузой, а там червь. Уже радует, что хоть что-то поклевывает. Вот это закинуто близко, вот это посередине, а та дальше всех. Блин, была поклевка вообще нереальная. Но не успела я, пока подбежала. Не засекла. Ну, давай. Клюнь еще раз. Блин, так клюнул вообще четко. Там у нас бойлики, напоминаю. Вот они, походу, работают. Да, все-таки не получилось у нас поймать рыбу. А, ладно. Приехала я сюда, в принципе, отдохнуть только. Ничего страшного. В другой раз половим с вами. Сейчас хочу костерчик разжечь, покушать, анакондочек заварить. Так, себе и Тессе. Тесс, конечно, шашлык весь съела. Я его оставила, думала, утром поем, и она его съела все-таки. Ну ладно.
тот, кто закажет в магазине, где я заказывала палатку, что-нибудь, воспользовавшись моим промокодом, от 10 тысяч рублей получит подарок такую сумочку. Ну, я туда все подряд складываю. Ну все, закончен наш такой небольшой отдых с Тесочем на природе. Собираемся домой. Под конец пробовала закидывать. Нифига, даже гойл не объели. Покровки были только с утра. И было их очень мало. Ну и такие слабенькие, не знаю, либо мелочь какая-то объедает, потому что я не смогла нормально постечь. Ну, не суть. Обидно, конечно, что без рыбы. Да, я думаю, вам не особо интересно будет смотреть, но все равно выложу, просили все выкладывать. Так что, да блин, кто там по мне ползает? Так что видосик этот выйдет. Ну, уже вышел, когда вы его смотрите. Если вы за такие видосы, выкладывать ли мне без рыбы, то напишите в комментарии, да, выкладывай без рыбы. Если нет, то тоже напишите. Просто в следующий раз, чтобы я знала, выкладывать мне такое или нет. Так что всем пока, ставим лайки, пишем комментарии и, кстати, подписываемся на мой ВК, добавляем друзья, там можно задать мне какой-то вопрос, я всем отвечаю. И всем пока!